немножечко. Тут дело такое, черная кошка, любимица моя, где-то гуляла, вышла. Я выпустил ее, да выпустил, наверное, вчера вечером. Она сегодня пришла и на правую ногу заднюю не наступает. Я вот пригласил Володю, чтобы проверил, посмотрел. Посмотри там, прощупай. Я думаю, в самом, где наступает, там бывает заноза. Не знаю, не видать. Нога-то у нее нормальная? Не отломана? Нет, нормально. Где у тебя боба? А вот теперь посмотри на самую эту подошву. Там какой-то пупырек, я не знаю, это пятый палец, может быть. Где? Ну, прямо... Кто-то стучится. Давай, быстро заходи. Мир дом всем. С миром принимаем, брат, проходи. Вот она лежит у меня. Что с тобой сделалось? А лишь прожимает как. Ну, да хорошая кошечка. Ногу посмотреть надо. Тянуточка. Да она, главное, дается. Паля-то не дается, а это дается. Смотрите. Вот посмотри подошву. Там то ли у нее сзади пупырек такой, то ли пятый палец, это палец или что. Ну, подойдите, посмотрите. Так, не очень-то, потихоньку, чтобы она тебя не видела. Ну-ну-ну-ну. Давай, вот она, хорошая такая. Ох, она. Хорошая. Ну что, я не знаю, что там смотреть-то, я не вижу. Посмотри. Не, нет ли между пальцами еще не есть? Это коготки. Ее даже мы так обычно кошку обматываем материей-то, чтобы она не дергалась. А это лежит. Это редкий случай, чтобы кошка так вела себя. Это лапы, да? Ну да. Я не знаю, что у него там. Может, какой ушиб? А? Может, ушиблась как-то? Ну где бы кто она ушиблась-то? Нет. Кто я знаю. Кто-то гнал ее? Нет. Она обычно... Вон она как. О. Это вообще... Да хорошая такая кошечка моя, черная-черная. Чернушка-чернушечка. Значит, нога-то, косточки целые, да? Ну, вроде целые, да. Вот она лежит. Там внимательно посмотри, вот дальше подошва, туда дальше по ноге, и там какой-то... Можно подумать, что заноза. Нет, это не заноза. Хорошая, хорошая, это... черная. Это ее. А? Ее это. Это ее? Да. Ну, это ладно. Но она не наступает на нее. Ну, вот. Немножко она наступит, а потом поднимает. Кто ее знает, что у нее. Не знаю, занос не видно. Не знаю, что у нее. Правая нога задняя. Кошка хорошая. Из всех кошек самая лучшая. А у меня 5 кошек. Проверь хорошенько, прощупай. Ну, черная, черная. Вон она какая. Вот это там, да? Видишь? Не заноза? Не знаю. Вот а посмотри, тянуть-то не надо. Посмотри, синхронно или нет. Такая же. Тут нет на ней такого пупырька. Ну да, нету.
Она всю неделю кричала, искала кота. А белый придет и лежит тут у дверей. Ну, тут я ее выпустил. Вижу, она уже стала спокойнее. Через эту посмотри, так они, чтобы палец-то не оторвать ей. А тут ничего не видно. Она любит, когда гладят ее. Не знаю. Какая черная, даже глаза черные. Нет еще? Не знаю. Ну вот с этой стороны нету ничего такого подобного. То правый. И главное, она дается смотреть. Если там было бы больно, так. Топ, видишь, как она. Ну не знаю, с этой стороны такого нету, как вот здесь вот. Я ее зову Чернявка, пантера. Я говорю, здесь вот вот этот выступ, а здесь такого нету. Да. Ну, и что это значит? Не знаю. Но это ее природная там или воткнулась? Вот, потрогай вот здесь вот, вот выступ вот этот. Николай Георгиевич, посмотри-ка. Вот она как. Заноза же это, без заноза. Ой, да она как вытягивается, да. Красавица. Бомжишка на улице подобрал. Ох, как. Ой. Посмотри, что делает. А то потому что она в охотке. Так бы она не далась бы так. Я не знаю, что вот так вот это у нее белое. Вот. Сбоку. Значит, еще сделать нельзя, да? Не знаю, я просто. Она ногу-то вытягивает. Че вот она делает вот это у нее? Вот это. Еще, хорошо, возьми увеличительный, посмотри. Да в него не видно ничего. Я не вижу. То ли коготок, то ли не коготок. Вроде бы не коготок. Не дает. На да хорошая кошечка, я ее поглажу. Она любит гладить, когда ее. Что это такое? Заноза. Заноза? Да. Отрывать только не надо. Если, может быть, это пальчик у нее. Пальчик. Наверное, пальчик. Пальчик? Похоже, что пальчик. Вот она как. Ой-ой-ой. А почему? Ну все, вопросов нет. На другой ноге-то нет. Все.